не любите ответственность, при этом вы главный редактор журнала. Ну, я... Нет, как я ее люблю, просто мне ее хватает. Мне вот, знаете, я настолько мне хватает ответственности, что я предпочитаю, чтобы всегда за меня решали в ресторанах. Я обожаю, когда вот уже комплексный, знаете, обед приходишь, а там уже выбраны блюда. Это прям такое счастье. Бизнес-ланч? Ну, бизнес-ланч или какой-то званый ужин, знаете, когда уже предопределено что-то, когда не нужно выбирать. А это кто вы по знаку? Я обычно отвечаю «ёж». Этот вопрос настолько смешит всегда. Да. Вы не верите в гороскопы? Я не верю в гороскопы, хиромантию, гомеопатию. Я скептик, я атеист, я верю только в науку и логику. Ну, вообще, в принципе, все совпадает, потому что в моем представлении как раз главред журнала «Максим», что журнал он должен, в общем, эти параметры, это вполне ложится. Когда я делаю тот журнал, который сам бы читал, это абсолютно отражение не только моей, но и нашего коллектива единомышленников. Я помню тоже заявление в одном из интервью, что совершенно наплевать на читателей, на маркетологов, мы делаем тот журнал, который там должен нам нравиться. Маркетологи — это те же гомеопаты, понимаете? Они что-то откуда-то там наковыряют, а потом заставляют в это всех верить, понимаете? Хотя я как математик начинаю копать, как был произведен опрос и какая была выборка, и понимаю, что она невалидна, потому что как минимум это пришли люди, которым не жалко потратить 3 часа времени и получить за это 500 рублей. Это уже странный средств населения, понимаете? Фокус-группа сидела, значит, сидело 20 бездельников, которых поймали у метро, и которым посулили эти 500 рублей за то, чтобы они, значит, нахмурив брови, научили меня, как делать журнал. Я этим занимаюсь всю жизнь, понимаете? В общем, это я настолько не верю в фокус-группы и опросы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».